Ассортимент стандартной аптеки насчитывает более 8 тысяч лекарственных препаратов. Среди них есть определенный перечень лекарств, на которые цена регламентирована и не может свободно повышаться. Такие лекарства отпускаются строго по рецепту врача. В каждой аптеке должно быть оборудовано место, где покупатель может присесть и найти в реестре необходимый препарат, сверить отпускную и рекомендованную цену. Есть постановление правительства номер 2728-Р от 30 декабря 2014 года о реестре жизненно важных и необходимых препаратов, где фиксированная максимальная отпускная цена на жизненно важные препараты. Этот перечень включает в себя около 1500 наименований, где может любой покупатель проверить цену, не завышена она ли в аптеке. Мониторинг цен на жизненно важные препараты проводится каждые 3 месяца по графику. С начала года проверки еще не выявили ни одного случая завышения цен.